На концерты «Виа Пламя» пришел весь цвет старшего поколения видновчан. Те, кому в 70-е, когда появился ставший позже знаменитым ансамбль, было 20-30 лет. А какое время самое дорогое в жизни человека? Конечно, молодость. Песни нашей молодости, которую мы любим, на которую мы пришли. Так что нам очень нравится этот коллектив «Пламя». Ну, молодость, можно сказать. Настроение, воспоминания, молодость. Специально рвались на этот концерт. Мы под эти песни. Снег кружится, летает и тает. На дальней станции сойду. Мы смеялись, мы мечтали, мы влюблялись. Как вы думаете, зал сегодня будет петь? Зал будет петь, я думаю, будет танцевать. И артисты не обманули ожиданий зрителей. Было все – песни, которые подпевали всем залом, слезы радости и грусти. Ведь концерт помог каждому вернуться на много лет назад. История ансамбля насчитывает более 40 лет. Зрителям напомнили о том, как образовался коллектив, каких успехов сумел добиться. Но было и время, когда пламя фактически погасло. И тогда ансамбль смогла возродить нынешний руководитель и солистка Юлия Ореничева. Главным для нее было сохранить песни, которые любили в ее семье и в ее стране. Я поняла, что люди хотят это слушать, хотят слышать, то есть, а это мало звучит. Я взяла свои руки, в общем-то, оформила товарный знак. На тот момент он уже, в принципе, никому не принадлежал. И я его оформила на себя, и вот мы работаем, собрала коллектив. То есть я вижу, что зритель в восторге. Для меня это очень важно. Современные концерты вокально-инструментального ансамбля – это гораздо больше, чем просто исполнение песен. Видеозарисовки, подготовленные для каждого тематического блока, помогают лучше раскрыть содержание и добавить информации. Это делается в основном для молодежи, для тех, кто не помнит, кто такие «Пламя», и, может быть, даже и не помнит многие песни. Осколки снарядов покрыли всю Крюковскую землю. У станции Крюково советские войска потеряли 1000 солдат и офицеров, но к вечеру 8 декабря враг был сломлен. Одними из самых проникновенных у ансамбля всегда были песни о войне. Именно участники «Пламени» когда-то рассказали всем о трагической истории, которая произошла у деревни Крюково в годы Великой Отечественной. В концерте выступил Александр Евдокимов, участник шоу «Голос 60+». Он тоже из той советской эпохи. Певец сразу настроил зрителей на позитивную волну, на которой все оставались после до самого окончания концерта. Зритель замечательный просто. Мне очень нравится, их, несмотря на их возраст, их зажигательность, их такая мощь. И совершенно, раскованы. И очень, приятно работать, когда идет такая энергия зала. Сегодня «Виа Пламя» много гастролирует. Часть песен исполняет вместе с Александром Евдокимовым. Подобное сотрудничество, считают обе стороны, полезно артистам и интересно зрителям. Татьяна Брылова, Евгений Садовский, Елена Кошелева. Видное ТВ.